Вопрос странный. А так мормоны единственные, кто дает на правильное дерево, власти и все такое? Ответ. Нет. Вопрос. Первое. Вас не тошнит от отсутствия настоящего качества в музыке с большой буквы и кино с большой буквы? С вашей властью, деньгами, влиянием, почему вы не наполните их чем-нибудь вправду стоящим? Второе. О каких трех процессах вы беспокоитесь больше всего в отношении их возможности расстроить ваши планы? Третье. Кто заказывает и ставит спектакль на планете Земля? Пожалуйста, перечислите главные группы игроков, которые отвечают за последовательные уровни сверху вниз. Достаточно описаний, если вы не хотите раскрывать имен. Это как пирамида или несколько отдельных фракций, которые борются за власть? Четвертое. Какова реальная история серых и являются ли они до сих пор главными игроками? Пятое. Чего вы больше всего боитесь? Шестое. Какую истинную историю вы нам еще не рассказали из-за того, что мы еще не спросили? Ответ. Первое. Ищущий тщательно найдет самоцветы в музыке с большой буквы. Они взаправду лежат на видном месте. Не наша задача просвещать вас, но ваша. У нас есть инструменты, которые вы можете использовать так, как вы решите, во благо или во зло, в кавычках. Второе. С нами ничего не сделать, только с марионетками. Третье. Форма пирамида, да, но люди забыли подземные залы. Вершина пирамиды на самом деле не вершина. Пятое. Страх основан на физических импульсах. Физическое не важно. Вопрос. Думаете ли вы, с большой буквы «Инсайдер», что эта битва проистекает в два этапа? Сейчас на эфирном плане, а тысячи лет назад на астральном, когда все духовные люди оставили свои физические тела и вышли на более высокие уровни жизни, обретя воплощение в астрале. Итак, все действо начинается заново с новыми игроками. Ответ. Вы путаете несколько понятий. Есть всего одна схватка, и она идет сейчас, на этой планете, на личном уровне, то есть только внутри вас. Нет врага, которого можно атаковать, кроме себя. Если вы будете заняты атакой кого-то другого, вы растратите драгоценную энергию и проиграете. Если вы победите, то больше не будет никаких битв. Вопрос. Уважаемый инсайдер, вы сказали, что у нас есть инструменты для работы. Могли бы вы рассказать немного о них? Что-то, чтобы работать, чтобы мы смогли освободиться. Вы согласились, что мы находимся на планете-тюрьме? Мне казалось, это больше похоже на зоопарк, где на нас смотрят и изучают. Но если мы в тюрьме, то, как я понимаю, у нас нет никакой свободы воли, правильно? Спасибо. Ответ. Инструменты в ваших руках, вокруг вас, везде. Можно сказать, они даже добыты изнутри вас. Это ваш долг — открыть их для самого себя, а потом делайте с ними что хотите. Но всегда помните о последствиях. Заключенные все еще могут решать, что делать в тюрьме с инструментами, которые им даны. Они могут решить сами, как им гулять во дворе, говорить, думать. У вас есть свобода воли, поэтому вы страдаете и боитесь своих страданий. Вопрос. Уважаемый инсайдер, спасибо за ответ на моих два предыдущих вопроса и за ваше время. Мне следовало задать этот вопрос сразу с теми двумя, но я делаю это сейчас. Зачем давать мне средства для выхода из тюрьмы? Это выглядит несоответствующим назначению самой тюрьмы. Я знал, что публичная власть марионетки, водимые руками, которые мы не то что не можем видеть, но нам не позволяют. Но зачем заставлять их поступать внешне? Глупо или, по меньшей мере, нелогично. Неужели вам нужна революция? Вы говорите, что война внутри, а не снаружи, но кажется, публичные власти хотят заставить нас думать иначе.
Зачем сбивать нас с толку? От достижения чего они пытаются удержать нас? От свободы? И да, мне каждый день напоминают о моем страдании. Спасибо. Ответ. Мы нейтральны и просто выполняем свой долг, который во многом выглядит как негативные воздействия. Если приглядеться повнимательнее, мы всего лишь распространяем инструменты, которые можно использовать, чтобы освободиться или чтобы закабалить себя. Выбор за вами. Божественный закон содержит цель для вас, и цель эта находится не на этой планете. Докажите, что вы снова достойны быть освобожденными. Сбивать с толку – это часть общего процесса. Это почти что знать, кто есть, а кто нет. Те, кто поддерживает любого из этих известных личностей, проиграют. Вопрос. Выглядит так, будто бы вы, инсайдер, пытаетесь предостеречь Тринити, владельца форума, на котором происходит общение, от предоставления полной свободы слова. Так ли это? Ответ. Он может делать так, как он хочет, и получать последствия в глобальном масштабе. Вопрос. Какова ваша интерпретация божественного с большой буквы, закона с большой буквы? Как мне достичь мира с самим собой? Ответ. Познать себя, познать, где вы с большой буквы есть. Есть два наиболее важных вопроса, на которые следует ответить. Это ваша задача – понять все это. По сути, если кто-то даст вам правильный ответ, он не будет ничего значить для вас, так как все в нем сказанное не будет применено к вам так, как оно было бы вашим. Найди вы сами этот ответ. Если вы найдете ответы на эти вопросы, вы выполните большую часть долга перед самим собой. После этого вашей задачей будет жить в соответствии с божественным законом, который откроется вам после этого этапа, до вашего отправления. Может быть, я вернусь завтра, а может быть, во вторник. Вопрос. Вы знакомы с черной аристократией? Я проследил и нашел связи между всеми все еще существующими королевскими семьями Европы и Ближнего Востока. Я знаю их имена, их власть, деньги и влияние на современный мир. Я даже могу определить того самого, кто является потенциальным антихристом. У него все знаки налицо. Чудесный, милый молодой человек, который еще не осознал себя в роли мирового лидера. Черная аристократия любит этого юношу. В конце концов, вы – часть черной аристократии, инсайдер. Ответ. Черная аристократия – отдельная фракция, которая действует по своему произволу. У них другое происхождение, которое было детально описано в текстах, созданных моими предками. Это куда более узкая группа, чем утверждает большинство, потому что их ядро – отличается от «внешних стен», в кавычках. Они те, кого вы всегда путаете с моим родом, и потому направляете ненависть против не тех, как и на этот форум, показали наименее интеллигентные. Насчет антихриста. На настоящий момент есть буквально миллионы антихристов. Я не один из них. Вы найдете их среди христиан, мусульман, иудеев, атеистов, сатанистов, агностиков, буддистов, индуистов и так далее. Им не нужен лидер, чтобы стать антихристами в большей мере. Я должен прояснить, Христос не имеет отношения к Иисусу из Назарета. Эта часть была сфабрикована позднее. Вопрос. Разделяете ли вы мнение, что наша дуальная вселенная предоставляет душам прекрасную возможность развить в себе безусловную любовь так, чтобы они могли превзойти нашу диалектическую вселенную, а не вырваться из нее? Вы все еще верите в закон баланса и кармы, заставляющий душу быть королем в одной жизни и попрошайкой в другой? Если он верен, то неважно, являетесь ли вы членом элиты, это может быть уникальный опыт для души, такой же уникальный,
как и любая другая роль в обществе, до тех пор, пока души прогрессируют. Является ли историк Леонард Гарднер влиятельным членом элиты, как заявляет Айк, Дэвид Айк? Если он всего лишь обычный человек, имеющий доступ к скрытой информации. Инсайдер, спасибо вам за ваше сообщение. Надеюсь, эта нить разговора не является розыгрышем со стороны какой-нибудь незрелой личности. Хотелось бы верить, что вы говорите серьезно. Ответ. Задача каждой души состоит в том, чтобы завершить это за то время, пока она находится в человеческом теле. Одной из частей является то, что можно назвать в кавычках «выход за границы» материального мира, за которым следует переход на новый уровень, а в случае неудачи – реинкарнация. Тем не менее, слово «любовь» в кавычках понимается неправильно. Оно не означает любви в человеческом понимании, которое порабощает людей. Это испорченный вариант того, что есть действительная любовь. Божественный закон управляет тем, что называется в кавычках «карма». Но он гораздо шире и жестче в кавычках, чем хочется думать людям. Пример. Тот, кто умирает медленной болезненной смертью от рака, заслужил это. Этот человек подвергается исправлению. Это для его же блага. Звучит в кавычках «жестоко», таков порядок вещей. То, что это выглядит негативно в нашем мире, может выглядеть по-иному, если обозреть картину в целом. Когда говорят о реинкарнации, в скобках перевоплощении, в нечто противоположное вашей прежней жизни, то здесь не существует универсального закона, который устанавливал бы, что должно в итоге произойти. Реинкарнация существует, но если бы вы выполнили свою задачу, то реинкарнации нет. Нет необходимости проходить все уровни жизни на Земле, поскольку это прохождение в основном бесцельно. Гарднер относится к тем людям, которые хотят славы и признания людьми, и он получает это в обмен на некоторые услуги, распространяя дезинформацию, пересыпанную фактами, которые служат наживкой для людей. Он прошел посвящение на некоторых уровнях, но оно не столь глубоко, как кто-то может подумать, включая его самого. Хотя он достаточно умен, он является членом по крайней мере 6 обществ, впрочем, 3 из них тесно связаны между собой и могут считаться одним, поэтому можно говорить по крайней мере о 4. Но эти общества имеют ровно столько силы, власти, сколько вы, люди, им даете. Люди, подобные Айку, способствуют усилению этих обществ, не осознавая этого. Я говорю серьезно. Вопрос. Не потому ли это происходит, что христиане учат, что человек должен подчиняться Богу, который свят? Иначе говоря, он тот, кто может судить, что такое хорошо и что такое плохо. Он имеется в виду Бог. Ответ. Во-первых, христианство делает идола из человека по имени Иисус из Назарета, что является мерзостью в библейском смысле этого слова. Христиане учат тому, чему им было велено учить, теми, кому они противостоят. Я мог бы сказать вам, что были те 4 личности, которые написали Ветхий Завет, и точную дату написания, если бы мне это было нужно. То же касается и вашего Нового Завета, который был составлен 6 людьми, происходящими из 2 разных областей. Вопрос. А почему вы допускаете ошибки в написании простых слов, таких как «злонамеренный»? Мне это представляется интересным. Ответ. Английский не является моим родным языком. Даже не вторым и не третьим языком, может быть, 4-м. А печатаю я быстро и без проверки, чтобы ответить на столь много вопросов в течение ограниченного времени. Кроме всего прочего, я недавно понял, что должен печатать еще быстрее, поскольку прокси-серверы, которыми я пользовался, исчезают. Вопрос. Почему вы решили говорить сейчас? Ответ. Некоторые из нас имеют задачу сделать это, не выходя за определенные рамки. Как вы думаете, почему в прошлом внезапно появлялись какие-то знания? Случай? Удача? Совпадение?
целая серия вопросов. Нулевой. Что такое божественный закон, о котором вы говорите? Первый. Почему вы манипулируете этим миром? Второй. Почему вы манипулируете этим миром? Третий. Кто, по вашему мнению, дает вам право? Четвертый. Ваша деятельность была вам дана или вы сами ее избрали? Пятое. Являетесь ли вы, с большой буквы, человеком? Божественный закон содержит цель для вас, и цель эта находится не на этой планете. Докажите, что вы снова достойны быть освобожденными. Это цитата слов инсайдера. И продолжение вопросов. Я знаю и чувствую это. Моя жизнь имеет цель. Но я не знаю даже, кто я такой, не говоря уже о том, в чем состоит моя цель. Вопрос номер 6. Как приобретается это знание? Тяжким трудом или оно просто приходит к тебе невзначай? 7. Вы знаете цель вашей жизни? Если да, то как вы об этом узнали? Касательно планеты, на которой мы живем. 8. Вопрос. На какой планете мы живем? Что такое планета Земля, в конце концов? 9. Вопрос. Что вы можете сказать нам про Мухаммеда, да прославится имя его? Ответ. 0. Божественный закон является проявлением воли верховного существа с большой буквы, которое не только создает все сущее в этой вселенной, но также поддерживает его, питает, балансирует, наполняет энергией и обновляет. Оно также правит иными мирами, включая и тот мир, к которому вы изначально принадлежите. 1+2. Я отвечал на этот вопрос много раз. Это наша обязанность. 3-4. Ритуалы имеют цель. Если вы делаете нечто, что не было позволено, или выполняете задачу, которая не была вам поручена, то вы будете страдать во время этих ритуалов. Вы заметите это и в вашей повседневной жизни. Эманации имеют много форм, и тот, кто разбирается в этих вопросах, без труда распознает, с кем он имеет дело и какова его задача. 5. Я, подобно вам, существую в форме человека. С маленькой буквы. 6. На этот вопрос я отвечал в предыдущем посте. Коротко говоря, у вас есть обязанность приобретать его. Умеренность приведет вас в правильное место, откуда все и начинается. Перед этим вы должны узнать, что есть вы и что есть это место, где большинство людей сбиваются с пути, в скобках. В противном случае ваши мысли станут ошибочными, что приведет вас на ошибочные пути.